Здравствуйте, друзья! Вы на канале Кулинарной истории. Сегодня мы готовим пудинг и малиновый кисель. Все ингредиенты, друзья, мы помещаем в миску. Молоко. Молоко 300 мл. Манку 120 граммов. Вот такой изюм 100 граммов. Яйца 3 штуки. Сахара 2 столовые ложки. Щепотку соли. На кончике ложки разрыхлителя. И все тщательно перемешаем. Содержимое я добавила 1 столовую ложку муки и 2 столовые ложки топленого масла. Форму я хорошо смазала и выливаю все в форму. Все, друзья, вот немножко распределю сейчас изюм и помещаю в духовку. Для приготовления киселя нам потребуется стакан малины мороженой, сахара 250 граммов и 200 граммов крахмала. Пока варятся ягоды, я подготовлю крахмал. Кукурузный крахмал я тщательно перемешала и тоненькой струйкой сейчас буду вводить в кипяток и интенсивно мешать. Кисель я перелила в кружечки, он остывает, а я сейчас буду вынимать пудинг. Вот такой получился у нас пудинг. Ну вот и готов наш пудинг, друзья. Приятного аппетита! Готовьте такой пудинг. Используйте мой рецепт. Это много времени не займет. А я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. С вами была Людмила. Оставляйте комментарии. Все, пока-пока.